В Югре стартовала дорожная ремонтная кампания в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря теплой погоде дорожники приступили к работам раньше запланированного срока. Контракты с подрядчиками заключили еще в прошлом году, поэтому они успели подготовиться. Закупили материалы, сделали необходимые замеры и расчеты. В Нижневартовске этим летом планируют отремонтировать 18 объектов. На некоторых участках уже приступили к полноценному ремонту. Подробнее расскажет Елена Составова. На улице Кузоваткина уже несколько дней идут ремонтные работы. От улиц 60 лет Октября и до Ленина полностью сняли дорожное полотно. Движение затруднено, но водители не жалуются. Все потому, что эта дорога давно нуждалась в капитальном ремонте. Подрядчику предстоит отремонтировать около километра дорожного полотна. На участке трудится 25 рабочих. Ремонтники прибыли из Нягани. Оттуда же привезли технику: 5 самосвалов, 3 катка, асфальтоукладчик, фрезу, малую механизацию. В основу проезжей части ляжет 3500 тонн асфальтобетона. Это прочный и надежный материал, так что колейности не будет, заверяет подрядчик. Уложили, укатали. Оно принимает, это асфальтобетон, это же не бетон простой. Он... По нему пускается движение после того, как мы уплотнили, и он остыл, то есть набрал свою прочность после остывания. Тут естественная температура воздуха, все. В проекте предусмотрено строительство 2 парковок, оборудование съездов и перекрестков. Появятся пандусы с тактильной плиткой для людей со слабым зрением. В целом отремонтируют 14 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На время ремонта улицу будут перекрывать частично. Сначала одну полосу, затем другую. Горожан вполне устраивает такое решение. Хочу сказать огромное спасибо, так как они, ну, бывает некоторое место, вот определенное время пробка. Ну, вот этот подрядчик совсем не закрывает дорогу. И это вообще не создает дискомфорт для автолюбителей, то есть водителям. Это очень прекрасно. Чтобы не перекрывать дорогу, подрядчик работает до позднего вечера. После 19 часов поток машин значительно снижается. Дорога практически пуста, технике и людям ничто не мешает. Если погода будет хорошей, этот участок сдадут уже в конце мая. Елена Составова, Николай Гауха, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.